Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Унаслідок ситуації з ковід люди часто намагаються розібратися з хворобою і, як частіше за все, самотужки. Отож, як зробити так, аби уникнути усіх неприємностей та проблем, пов'язаних з самолікуванням, дізнаємося від лікарки, яка вже сидить у нашій студії. Отож, Тетяна Кирєєва, доцентка кафедри внутрішньої медицини Дніпропетровського державного медичного університету, кандидатка медичних наук, заслужена лікарка України, головна експертка з питань пульмонологічної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної ради. Отож, пані Тетяно, чи часто люди самотужки намагаються розібратися зі своїми хворобами? І як останнім часом це трапляється у вашій практиці? К сожалению, последнее время мы имеем пациентов тяжелых, которые поступают в стационар, и начало начиналось с того, что пациенты пытались самостоятельно разобраться со своим заболеванием, часто слушались переболевших других пациентов или обращались не в медицинское учреждение, а к знакомым. И это приводило к тому, что самочувствие их ухудшалось. Хотелось бы, чтобы люди были грамотными и знали о том, как, что это такое и на что следует обращать внимание. Так, справді, треба розібратися. Сьогодні ви нам допоможете зробити усе необхідне для того, щоб не плутати, а найкраще, звичайно, звертатися по допомогу у лікарні, так? Кваліфікована допомога повинна бути, але все ж, на які симптоми потрібно в першу чергу звертати увагу? Ну, я хочу сказати, що коронавірусна болезнь – це болезнь не тільки легких. Это болезнь всего организма. И последняя волна показала, что вирус и симптомы могут меняться. В последнем вспышке коронавирусной инфекции преобладают в первую очередь симптомы поражения носа, горла и верхних дыхательных путей. Как правило, эти симптомы сопровождаются выраженной слабостью и мышечными болями. Температура появляется значительно позже. Тобто не першу добу, не другу навіть, так? Но пациенты многие оценивают, что начало заболевания – это повышение температуры. А вот эти мелкие симптомы болезненности в горле, заложенности носа, они расценивают как просто простуда. И получается, я хочу акцентировать внимание на то, что когда повышается температура, это вируса в организме пациента уже очень много. И организм температуры реагирует на інтоксикаційний синдром, визваний пораженням вірусної етіології. Пані Тетяно, а чи може проходити взагалі ця хвороба без яскраво вираженої температури? Тобто не так високо, щоб це було, наприклад, не 39, там не 38,5, а 37,2, наприклад? Безусловно, є нетяжелі форми течення заболівання. Нетяжелі форми зустрічаються зараз більше всього у привитих людей. Они могут перенести это заболевание легко или вообще даже бессимптомно. Но при этом сохраняется опасность вирусоносительства, и они могут служить источником заражения других пациентов. Есть люди, которые переносят заболевание легко. Наверное, это зависит от исходного состояния организма, насколько у него есть запас прочности, я так могу сказать. Угу. И если, насколько у него пациента есть сопутствующие патологии много. Конечно, когда у пожилых людей очень часто заболевание начинается очень вяло, очень скрыто. И потом родственники обращают внимание уже, что их близкие перестают ходить, перестают кушать. Приходит идея померить температуру. Температура оказывается высокая. И получается, что вот этот весь 10-14 дней от начала заболевания, когда можно было бы реально оказать помощь даже на амбулаторном этапе, они получаются незаметными для пациента и для близких. Це дуже, так, знаєте, підступна така хвороба, можна сказати так, тому що одразу немає такої високої, як от грип, так, вірус грипу, він одразу давав високу температуру. А тут дуже незрозуміло, що робити на перших етапах, і от за вашими спостереженнями, чи рекомендуєте ви одразу звертатися до лікаря? І що треба говорити, чи викликати швидку, чи просто до лікаря?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что на сегодняшний день, если появилось хоть какое-то недомогание, в первую, о чем нужно подумать, а не коронавирусная ли болезнь. И для этого нужно сделать просто тест. На сегодняшний день это абсолютно доступно в поликлиниках, есть в лабораториях коммерческих огромное количество экспресс-тестов, тестов ПЦР, которые помогают четко определиться с происхождением вот этого недомогания. И тогда после первого шага следует второй шаг – оценить степень тяжести заболевания может доктор. Оценить степень необходимости и объем терапии может доктор. Оценить необходимость госпитализации может доктор. Причем семейному врачу достаточно знать свой контингент, их сопутствующую патологию, для того, чтобы определить, насколько эта группа угрожаемая по развитию тяжелых осложнений коронавирусной болезни. Человек, который видит впервые пациента, вот я говорю как раз о той категории, которые склонны обращаться к кому-то. Угу. Вот они обращаются к кому-то, и этот доктор видит впервые пациента. Он может быть не знать всю подноготную, всю историю этого пациента, и может быть не сразу оценит всю угрожаемость осложнений этих заболеваний. Поэтому я, конечно, советую держать плотный контакт со своим семейным врачом, и при малейших недомоганиях идти по пути первой диагностики, второй оценка степени тяжести, третье принятие верного решения, где лечиться и как лечиться. Угу. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи є такі випадки, коли неправильно ставили діагноз, навіть серед справді вже досвідчених лікарів? Можливо, це і були такі випадки, коли не знали пацієнта, наприклад, і неправильно після того вже йшов перебіг хвороби і неправильне лікування? Очень сложний вопрос, тому що ошибки в діагностиці бувають завжди. Я хочу сказать, что коронавирусная болезнь может протекать по типу поражения сосудов мозга, инсульт. Коронавирусная болезнь может протекать по типу поражения поджелудочной железы, как острый панкреатит. Не стоит думать о том, что при этом заболевании поражается только дыхательная система. И, конечно, на первых этапах возникает много предположительных диагнозов, выбирают наиболее вероятный, который потом уточняется в процессе обследования. Поэтому ошибки возможны. Угу. А ось кажут люди, что втрачают нюх, втрачают запах. Чи це теж коронавирусная инфекция? Чи не обов'язково? Смотрите, на сегодняшний день утрата обоняния и вкуса встречается все реже и реже при коронавирусной болезни. Может быть, ну вот, навскидку по тем пациентам, которые госпитализируются, ну, не больше 30%. Угу. В первые две волны было больше таких симптомов. А на сегодняшний день симптомы меняются, и поэтому не стоит обращать внимание, что если вкус и запах на месте, то это не коронавирусная болезнь. Может быть и все, что завгодно, да. И в то же время помните о том, что мы, когда просто насморк, человек тоже теряет запах. Угу. Так, звичайно, може бути і так. А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, от чому така зараз серйозна ситуація, на ваш погляд? Вже ми третю хвилю переживаємо, і ми вже можемо зробити аналіз. Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що кожен должен помнити, що резервуар для розмноження вірусу є чоловік. І чим більше на сьогоднішній день заболівших пацієнтів, тем больше вероятность, что вирус приобретает новые свойства, они называются мутацией, и эти мутации могут накапливаться, и мы можем иметь следующую волну. Поэтому на сегодняшний день для нас очень важно защитить население нашей области, нашей Украины, для того, чтобы они не болели, не были источником для дальнейших мутаций вируса. І я бачу, єдина причина в цьому – активна вакцинація. Пані Тетяно, справді люди, які вакцинувалися ще влітку, вони помічають теж таку картину серйозну. Зараз є випадки захворюваностей і не дуже в легкій формі. Що робити? Чи буде третя, четверта вакцинація? Як зараз з цим питанням? Ну, я хочу сказати всім людям о том, що ми, от, давайте обратимся к цифрам. На базе одной больницы я могу сказать, что количество вакцинированных пациентов,
которые госпитализированы с состоянием средней степени тяжести, не превышает 5% от общего числа госпитализированных. Количество вакцинированных, которые болеют дома легко, достаточно много. Среди пациентов крайне тяжелых, которые нуждаются в лечении в реанимационном отделении, вакцинированных единицы. Вот буквально я могу назвать за вот период этой волны буквально 2 человека у нас требовали лечения в отделении реанимации. И хочу сказать, что это люди, которые имели тяжелейшую сопутствующую патологию. Например, пациентка в возрасте 94 года. Или пациентка в возрасте 65 лет, которая имела тяжелейшую патологию сердца с нарушением клапанного аппарата, с нарушением ритма. Для этих пациентов любая инфекция, любая, даже самая легкая, может служить причиной ухудшения общего самочувствия, ухудшения различных сопутствующих патологий, которые у них есть. И, конечно, такая категория обязательно должна прививаться, потому что без прививки это прогнозируемое тяжелое течение заболевания. А якщо ось щеплення може погано вплинути на людину, теж ми можемо розглядати ось такі варіанти, теж, мабуть, маленький відсоток, так? Серед загальної кількості. Я могу сказать, что я очень много смотрю пациентов, я не видела пациентов, на которых плохо повлияла вакцинация. Угу. Тобто, в принципі, це більш-менш все нормально. Повышение температуры – это нормальная реакция организма на вакцинацию, которая проходит в течение 3 дней, восстанавливается самочувствие. Риск тромбозов, который возможен при вакцинации, он достаточно легко снимается профилактическими назначениями антикоагулянтов. До, після, так? Да, до щеплення и після щеплення. Угу. И я хочу сказать, что вот на сейчас вот новая волна людей решили вакцинироваться именно в период эпидемии. Это рискованно, потому что были случаи, когда человек вакцинировался, и при этом он чувствовал себя плохо. Угу. И уже в течение первых 3-5 дней разыгралось заболевание в достаточно тяжелой форме. Это значит, что пациент имел коронавирусную болезнь, и вакцинация не послужила ему защитой, а разыгралась... Еще складніша ситуация, так? Пані Тетяна, може є якісь попередження, рекомендації, якщо люди зараз в період епідемії збираються, може в когось другий раз, так? Різні ситуації є, може ви зможете дати рекомендації, як це зробити правильно, аби не було потім ускладнень? Ну, по самочувствию пациент должен, человек, который идет на вакцинацию, должен чувствовать себя хорошо. Но в этой коварной болезни может быть такое, что он болен, но еще пока чувствует себя хорошо. Поэтому я бы все-таки рекомендовала того, кто хочет вакцинироваться именно в этот период, перед вакцинацией сделать тест ПЛР. Для того, чтобы быть уверенным, что на верхних дыхательных путях нет на сегодняшний день наличия вируса. И после вакцинации нужно все-таки 3 недели соблюдать строгий карантин до следующей вакцинации, да. Потому что ты можешь заболеть и еще не иметь иммунитета. И еще 2 недели после второй вакцинации. Получается, что люди, которые решили вакцинироваться именно сейчас, они должны в течение месяца и 1 недели быть все-таки на строгом режиме и беречься от контактов для того, чтобы не получить коронавірусний. Так, справді, бачите, от така ситуація зараз склалась, але треба берегтись і треба, звичайно, готувати свій організм, тому що ми не знаємо, як він може повести себе, так, в тій чи іншій ситуації. Вірно. Пані Тетяна, з приводу протоколів і лікування, яке є на сьогоднішній день, яке вже визнано, отож, якими протоколами керуються лікарі для того, щоб отримати позитивні результати? Ну, протокол у нас украинский, он постоянно обновляется, заседает комиссия экспертов, которые вносят в протокол все новое, все, что доказано в мире. И я просто хочу озвучить для людей, чтобы понимали, можно выздороветь, не принимая противовирусных препаратов. Это легкие формы, это амбулаторные пациенты, это пациенты, которые не имеют сопутствующей патологии, у которых заболевание протекает легко. Этим пациентам не нужно назначать противовирусные препараты.
не просто противовирусные препараты, а препараты, активные в отношении коронавирусной инфекции. Группа риска амбулаторно, они чем раньше начнут принимать противовирусные препараты, тем быстрее они приостановят размножение, жизнь вируса в организме. И тем самым вирус не сможет привести к тем пагубным последствиям, которые мы видим у тяжелых пациентов. Для тяжелых пациентов, которые поступают в стационар с активной вирусной инфекцией, это определяется и состоянием больного, и тестами лабораторными, которые мы имеем. Да, с первых дней мы начинаем инъекционные противовирусные препараты. Они на сегодняшний день на Украине есть. Они не всем пациентам нужны, но есть возможность лечиться так, как положено. Но крайне тяжелые пациенты, уже которые переходят в категорию реанимационных пациентов, как показал анализ Всемирной организации здравоохранения, здесь противовирусные препараты не будут играть ведущую роль. Но тем не менее, если мы имеем положительные вирусные тесты, мы понимаем, что вирус еще в организме находится, и мы продолжаем все равно назначать противовирусные препараты. К сожалению, мы не видим активного улучшения самочувствия пациента, но мы, по крайней мере, пытаемся приостановить пагубное действие вируса дальше. А потім, мабуть, є такий період, коли треба відновити організм, так, і це дуже часто довгий період, і ніхто не знає, за який проміжок часу може людина відновитися. Спасибо за вопрос, очень сложный вопрос. На сегодняшний день таких пациентов очень много. А острый период прошел, а самочувствие не восстановилось. И опять же, в этот период мы боремся с осложнениями коронавирусной болезни. У каждого пациента есть какие-то свои преобладания той или иной патологии, которая вылезла на поверхность. Если мы говорим о респираторной патологии, то для восстановления важно активное дыхание. Это реабилитация дыхательная, упражнения дыхательные, постепенное возвращение к обычным дыхательному режиму. И на сегодняшний день у нас есть больницы, которые активно начинают развивать реабилитационные программы. Это 4-я больница, это 16-я больница. Есть многие центры, которые амбулаторно начинают развивать реабилитацию для этих пациентов. Поэтому мы понимаем, насколько это актуально, и пытаемся в этом направлении активно работать. Так, пані Тетяно, ну сподіваємося справді, що люди зможуть адекватно оцінити ситуацію, яка є на сьогоднішній день, будуть одразу звертатися по допомогу, тому що самому, мабуть, дуже складно, лікарям складно розібратися, а просто людям, які не знають і не розуміють, що з ними, то справді ми з таким не зіштовхувалися ще раніше і немає напрацьованих роками практичних рекомендацій, які можна дати. Але згідно з тим, що зараз є, ми вже можемо лікувати, так? Пані Тетяно, справді, ви розповіли зараз такі серйозні ситуації, коли люди і потрапляють вже з тяжкими наслідками, коли люди можуть лікуватися вдома, і коли амбулаторно, тобто все можна робити, але аби це було вчасно. Отож, наостанок ваші рекомендації, будь ласка, для усіх глядачів, для усіх, хто дивиться нас сьогодні, так, прошу. Уважаємо граждане нашего замечательного города, нашей области, всей Украины. Мне бы хотелось сказать, что беречь нужно свое здоровье. То есть ценить то хорошее самочувствие, которое на сегодняшний день мы имеем. И с учетом того, что сейчас идет осень, идет холодное время года, в первую очередь заботьтесь о полноценном питании, о витаминах, которые должны быть в рационе постоянно. Помните о полноценном сне. Для каждого человека 8 часов сна – это восстановление организма. И у нас нет другого выхода борьбы с этой инфекцией, как вакцинация. Причем вакцинация будет не один раз на всю жизнь. Вакцинация будет повторяться, потому что вирус будет мутировать, вирус будет изменяться, и будут изменяться свойства вакцины, которыми мы будем вакцинироваться. И только благодаря этому мы сможем приостановить такое победоносное шествие коронавирусной инфекции и перевести ее в разряд будничных, обычных инфекций, которые рядом с нами грипп, аденовирус,
и другие заболевания все время существуют. Ну що ж, ми будемо прислухатися до ваших порад. Дуже дякую вам, пані Тетяно, що прийшли до нашої студії. Справді, все розповіли і все, що потрібно для людини, ми вже знаємо. Тому треба просто слідкувати за собою, за своїм самопочуттям і, звичайно, тримати своє здоров'я в нормі. Дуже дякую. Теж хочеться побажати вам міцного здоров'я, пані Тетяно, і будемо раді бачити вас ще в нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.